Мог, это часто у тебя там ощущается? Как волноваться начинаю, вот тут вот прям. За горлышко давит. А это да. всегда было? И маленький такой был, тоже так было? Маленький не замечал. А когда замечать стал? Вот когда совсем маленький был, не замечал. Вот лет 20, наверное, точно. С тех пор, как переехал в Москву, как самому нужно было какие-то решения принимать, правильно понимаю? Вполне возможно, да. Как по ощущениям, на что похож этот твой комок? Это тебе на что вот напоминает? Как такое ощущение, как будто пирамидка какая-то вот упирается в кадык, в острие. Она только внутри или вот вокруг ощущения, как чувствуешь поле? Ну сейчас еще небольшая головная боль есть. Это у меня с детства проблема. То есть лет с 7 это ужасные головные боли периодически. Я вот лет с 7 просто живу на таблетках. Если у меня таблеток с собой нету, это уже проблематично. Сейчас где-то пореже, может, там раз в неделю. Бывало такое, что каждый день. То есть с утра просыпаешься, таблетку выпил, в обед таблетку выпил, более-менее нормально. Вот такое бывает. Сейчас поменьше. Соответственно, последние, может быть, полгода, год. Не так часто. Капец. Вылетим. Ладно. А какие энергетические практики делаешь? Как за энергией чувствуешь? Ты знаешь, я вот тебе уже рассказывал, давно это было. Давно-давно я увлекался этим, занимался. То есть у меня одним из моих любимых занятий было разглядывание ауры людей. То есть я садился, ехал в метро, там в вагон, в автобус, куда-нибудь на заднее сиденье. И просто смотрел людей, там животных разглядывал, попугая своего помню просто. Взял попугая на палец, посадил, я такого никогда не видел. Это что-то просто как солнышко такое яркое и искрится разными такого цвета. И потом, соответственно, в один из прекрасных дней, где-то в 2012 году, ближе к осени, свое любимое занятие, сажусь в маршрутку, как обычно, на заднее место, зрение переключаю и наблюдаю такую картину, что абсолютно у всех, кто сидит в маршрутке, а какая-то тварь, такая как медуза, обволакивает, начиная вот от шеи, грудной отдел позвоночника обволакивает щупальцами, такая черная, дымящаяся. Меня это повергло в такой шок, меня это так сильно испугало. А потом я стал потихонечку забрасывать все это, все эти практики, и в итоге скатился, начал жить как обычный человек почти. Ну просто некоторое время не скатился, а оставил. Хорошо. А сейчас как с видением переключаешь, можешь? Если потренироваться, то в принципе можно. Несколько дней, я думаю. Не надо тренироваться, ты все видишь. А твои ощущения, какие структуры сейчас тебе мешают, помогают? Вокруг вот. Сейчас, честно, такое ощущение, как будто на голову одета какая-то железная хрень. Типа колокола. С какого момента она появилась по ощущениям? Давно. Детство помнишь? Вот свои ощущения было? С 2 лет я себя помню. Детство. Супер. Эпизодически. Супер. Где-то с 2, может быть, даже раньше. Может быть, 1,5 лет эпизодически.
воспоминания есть, есть даже подозрения. Я вот что помню какие-то фрагменты из прошлых своих воплощений. Но я не могу понять, это мое воспоминание или это такая реалистичная фантазия. Ты все можешь понять. Так, самое ближайшее по ощущениям рассказывай. Воспоминания. Самое ближайшее по ощущениям. Это я вспомнился еще, ну, где-то в 12-13 году. Это примерно, может быть, по времени не знаю, точно не скажу. Это поле, пшеница, Так. я с косой, соответственно, кашу, где-то вдалеке, ну, какой-то кирпичная стена стоит наподобие стены Кремля. У меня пот заливает лицо, соответственно, я рукой вот так вот это все вытираю, кашу, и потом дочка бежит, молоко несет в крынке. Обычный такой глиняный кувшин, сверху, ну, льняной тряпкой накрытый, тесемкой это. И она протягивает, ей, наверное, лет 6. Протягивает молоко, я его пью, у меня по усам, по бороде текет. Она смеется, заливается. Сколько тебе лет в это время было примерно, по ощущениям? Около 30. Потом Можешь? помню, что кузница была. То ли А комната. можешь вот эту картинку воссоздать перед собой, как вроде погрузиться снова в эту картинку. Вот ты говоришь, помнишь. Вот почувствуй себя внутри, вот эту девочку, которая возле тебя, вот эту всю картинку, просто ощути, погрузись сейчас в эту атмосферу. Вот ты говоришь, что у тебя воспоминания, которые ты не совсем понимаешь, они фантазия или воспоминания. Вот сейчас мы с тобой попробуем проверить. У меня последний раз, буквально, может быть, неделю, я просто погрузился в это. Вспомнились какие-то моменты дополнительные. Просто это было, там каждую ниточку я на своей рубахе мог разглядеть. Отлично. Погружайся Сейчас сейчас в тот, когда ты косишь. Вот ту картинку, которую я стараюсь, но описал. Да, она очень. Давай, мы тебе такое поможем и ощущение, что подсветим. как на голове Вот, вот. сейчас. А тогда сконцентрируйся. Давай попробуем с этой. Как, когда появился, из чего сделан? Можешь пощупать прям. Начинается вот отсюда, с затылка. С Атланты, условно. Да. Те воспоминания. И блокирует все вот так. И вот так вот обручем Всю через весь. мозговую активность. Так, отлично. Да. И это появляется не всегда, появляется периодически. А с этого у меня начинаются головные боли. Когда ты что делаешь? Периодически, в какие периоды? Какие ситуации, да? Спишь, думаешь, что делаешь? Стресс, напряжение какое-то, может быть, в конце дня, Так. ну, Да. психическая какая-то усталость идет, эмоциональная. То есть ты пытаешься какую-то... Когда, соответственно, какой-то мыслительный процесс, вот мне О. надо на чем-то сосредоточиться. Да, какую-то Я творческую деятельность. Да. терпеть не могу, заниматься какой-то там бумажной монотонной писаниной, которая требует сосредоточения. И когда я начинаю этим долго заниматься, у меня вот появляется вот этот вот обруч, и все, я накатывается усталость моментально, мне хочется все бросить, пойти куда-то Обруч там. появляется, когда ты творческие задачи решаешь, либо именно вот монотонные, рутинные. Монотонно рутинные. Когда я занимаюсь творческими задачами, у меня этого нету. То То есть ты есть как я выскакиваешь вверх. приезжаю в деревню, к примеру, собираю там горн кузнечный, беру железку, я полдня могу стучать по железке в свое удовольствие. И мне вообще, я просто Но это не отдыхаю. творческое, а вот технически творческие задачи. Ты же инженер, правильно? Да. Вот когда ты вот инженерные задачи решаешь, не рутинные, а вот продумываешь, этот обруч появляется?
Нет. Вот когда вот мне надо что-то, я терпеть не могу бумажную работу, я терпеть не могу где-то за тем же самым за компьютером сидеть долгое время какую-то программу настраивать. Ну, это никто не любит, и я тоже. Это естественно. Надо попробовать момент вычислить, когда он появляется, то есть на что он срабатывает. Эта структура твоя, либо чуждая? Это примерно лет 7 началось. Так, после Это чего? может быть, я проснулся уже с таким состоянием, вот как сегодня. Либо это, ну, в течение всего дня, как начинается, в обед там что-то. Иногда, может быть, заметил при сильных перепадах погоды, при изменении погоды, что-то меняется. По ощущениям, это чужая структура, либо твоя все-таки? Не могу понять. То есть, либо я уже настолько давно с этой структурой, что я ее признаю, как она своя, либо это моя. Это мог быть ошейник, который врос уже Вполне за возможно. долгие Просто дни говорю, отмывшись. настолько Так. давно, что я как бы себя с этой структурой не разделяю. Так, ты можешь ее отделить от себя? Вот сейчас прям по ощущениям. Вот она всплывает. Очень, очень глубоко вот здесь сидит. Там замок какой-то. Да. А пусть он сам. Смотри, что там. Как, из чего сделано? Твердое, наподобие, ну, идет как будто металлический обруч, и он не сплошной, вот здесь разделяется. То есть две пластины идут в затылок. А в затылке какое-то утолщение наподобие вот шишки такой вот, как-то она и вот так идет. Ткни пальцем, палкой в это утолщение. Что это за утолщение? Поддается. Такое ощущение, вот как шишка еловая. Она с одной стороны шипастая и прогибается, она поддается воздействию. Это Это условно шишковидная, смотри, какая-то копия шишковидная, но она антишишковидная наполовину, смотри. Она как она с твоей шишковидной родной взаимодействует? не могу понять. Она помогает твоей Снизу шишковидной, либо... какое-то, как ручеек снизу, ведет глубже в мозг. Да. Вот если всю эту конструкцию взять, словно из технических средств, с чем можешь сравнить вот в нашем мире? Отключка какая-то, как кабель, провод. Нет, есть такой предмет, прям товар используется. Ну, не буду подсказывать, говорю, вот ищи ассоциации. Не могу. Ну, я бы назвал это капканом. Блин. Ну смотри, шишковидная активируется, Вот нажимает на эту язычок, и раз и схлопывается.
прям больнее отдает. Вот смотри, механизм, когда срабатывает и как. Анализируй и рассказывай. Мы-то можем убрать, но давай сам. Цель-то научить тебя работать с этим, чтобы ты дальше сам. Я мысленно нажимаю на него. Он начинает давить на виски. Вот, блокирует абсолютно интеллектуальную деятельность. Причем при активации шишковидной именно, то есть когда связь с верхом, то есть когда интуиция, скажем так, творческое что-то. Ты пытаешься иногда выскочить, обойдя это, но это не полная эффективность. А вот когда ты как верхний мозг выключаешь, монотонная работа, то там идет контакт именно мозга и шишковидной, и твоей энергетики. Вот оно и срабатывает. Когда ментальная активность и выключенный мозг. Вот, как бы, как ты говоришь, монотонная работа. Вот оно раз и срабатывает. Вот когда это появилось? Откуда? Изучай и говори. После армии, по ощущениям, когда в Москву сюда приехал, вот именно так началось. До этого головные боли были, но не так, они не были опоясывающими. В детстве кем Сейчас. хотел стать, чем любил заниматься? В детстве, я не знаю, если знакомы там с психологией, то люди делятся на несколько частей, там по ощущениям. Мне надо все руками. То есть я в детстве, когда Ну, маленький был, кинестез, ломал, ладно, я разбирал. понял. Да. Сейчас. Ну, техника, ты больше к технике. Да. Ломать, посмотреть, как устроено, в смысле. Цель-то не Да. разрушить, а да. Посмотреть, как сделано, потом сделать так же. Или лучше. А Вот сейчас чем потому что нравится заниматься, кроме вот техники именно, технической части, в инженерной? знаешь, вот из того, что я сейчас делаю, мало что, вот у меня мечта уехать просто. Деревня, небольшое хозяйство, своя кузница. Я не знаю, откуда у меня это в голове, может быть, еще с прошлых. Может, а вот сейчас по работе, что он чем нравится? Иногда просто то, чем основной моя, скажем так, дополнительный заработок идет, от чего? Ну, я чисто лифты ковыряю, лифтовое оборудование ставлю. Ну, дополнительное оборудование для как контроля лифта с мобильного телефона, ставлю это оборудование, настраиваю все. То есть иногда мне этим нравится заниматься, но потом, когда уже просто идет моральная усталость, уже думаешь, нафиг, ничего не надо, хочу просто тупо в деревню уехать, отдохнуть от всего, в Ну, лес это куда-нибудь. психологическая реакция убежать, я понимаю, куда-то как спрятаться вот от этой, от выжимающего тебя города, я понимаю. Итак, ты можешь примерно почувствовать того, кто это, или структуру, которая тебе это поставила, этот обруч? Давай переключимся. Вот сейчас она активировалась, потому что ты как из детства ее вот вышел. И он позже появился. Лет 10 назад, наверное. Так. Как раз в тот момент, когда я начинал заниматься всякими практиками. Вот тогда.
Он появился или проявился? Ответь себе на этот вопрос. Не появился. Так, откуда? Идет, как кто-то поставил. Глянь, кто. Увидишь, не увидишь, второй вопрос. Глянь. Не дает сосредоточиться. Хорошо, ты сильнее этого обруча или обруч сильнее тебя? Я сейчас, пока мы общались, я пробовал с другой стороны его надавить, как на открытие. Он поддается. Здесь, пока мы разговаривали, отвлекался. В принципе, я думаю, можно его сломать. Давай. Он разжимается. Как капкан, так. Пружинит назад. Я нажимаю, он расходится и назад. То есть мое Так. давление открывает, он вот так вот пульсирует. Найти пружину, да? Что является пружиной? Вот эта вот шишка, то есть, ну, елочная шишка, Да, как у. да. Если с внешней стороны давишь, он сжимается. Если давишь с внутренней стороны, с стороны головы, он начинает разжиматься. Ну, соответственно, я максимально сильно давлю, он чуть-чуть разжался. Дальше не получается. Это почему вот этот вот функция пружины, резины, она как шишковидная выглядит? Алло? Да? Могу. Не вижу. Ты говоришь, что установился он у тебя лет 10 назад, когда ты начал заниматься практиками. А посмотри на себя, допустим, на 7-летнего. Он у тебя есть, может быть, не в таком виде, но как что-то опоясывающее голову. Посмотри на себя, ребенка, вот ты еще в школу даже не ходишь. Посмотри на свою голову, она как-то чем-то ее фиксирует, что-то, или все чисто там. Сзади не было этого. На шишковидно этого не было, а вокруг головы. Виски. Давило Лобик. виски сильно. А лобик посмотри. Как плита какая-то, как То экран. есть, посмотри, эта конструкция вокруг твоей головы, как Лего, она собиралась, разбиралась, изменялась посредством твоей жизни, я правильно понимаю? Да. Я Модифицировалась как-то, согласен, было еще с да. детства, потом по-другому начала проявляться, потом еще по-другому, но присутствовала на протяжении всей жизни. Давай посмотрим, вот ты говоришь, в 7 лет она уже есть. Давай посмотрим, вот с 2 Я лет ты себя согласен. помнишь. Посмотри на себя маленького ребенка, там, 2-летнего. Какая-то конструкция, что-то вокруг головы проявляется. Возможно, не в таком виде, более зачаточном, мелком, потому что настолько сильно блокировать тебе еще нет смысла. Но вообще присутствие чего-то вокруг головы есть на голове. Я согласен. Это больше морально было для меня, чтобы если потом выбрать, я бы показал бы вот раньше, как просто было в суде. Если 3 года ты не чувствую. конструктивно, я за. Посмотри полностью. Вся головочка у тебя чистая, светлая, нигде никаких там
пунктирных линий, ничего. А ну-ка, посмотри. Не чувствую, не вижу. Значит, ищем момент, когда она была установлена, потому что в 7 она уже есть. Когда впервые проявилась на уровне головной боли, ощущения неприятные. Ситуации можешь вспомнить? Это 86-й год. Mm-hmm. Как раз после аварии на Чернобыльской. Mm-hmm. Наш поселок, хотя бы он, казалось бы, далеко в Тамбовской области, у нас накрыло. Mm-hmm. И, соответственно, после этого, ну, примерно в это же время, mm-hmm. у меня начинаются, соответственно, головные боли. Периодически. Сначала не очень часто. Ходили по больницам, говорили, что это возрастное, это пройдет. То есть это какая-то реакция твоя на, как ты, ну, как можно посчитать, на радиацию, на влияние от тебя какой-то ядерной, атомной какой-то реакции? Это была атомная катастрофа, да? Чернобыль, правильно или нет? Ну, да. Реактор там, да, разрушился. А давай посмотрим. Ты каким-то образом связан с атомной реакцией, с атомной энергией вообще? Почему у тебя такая реакция пошла? Почему организм начал давать сбои 8 лет именно на это? Ну-ка, видишь какую-то связь? Честно говоря, вот из-за этого обруча, который на голове, у меня сейчас просто все блокируется. Очень что-то понять. Давай посмотрим, значит, на этот обруч. Возвращаемся к этому обручу. Ты его ощутил на голове тогда, когда у тебя пошла синхронизация или когда на тебя пошло воздействие с какой-то энергией атомной, правильно? Ну, когда радиация, можно сказать, Чернобыль, как это правильно? Ну, возможно. Mm-hmm. Может быть, где-то на подсознательном уровне. Да, вероятно, на подсознательном уровне что-то срезонировало. Давай посмотрим, вот когда и как это было установлено не в этой жизни. А если произошел в этой жизни резонанс, значит, где-то было раньше. Давай посмотрим, где было раньше. Вот, поэтому вы скажете, что вы не видите. Не вижу. Ничего, просто. Хорошо. Не будем сейчас заострять на этом внимание, все-таки возвратимся к твоему обручу. Ты чувствуешь, что он железный, что он тебе мешает? Попробуй его разогнуть и выйти из него. Поверь, ты можешь сделать абсолютно все. То, что у тебя не получается его разогнуть, это всего лишь твоя какая-то неуверенность. Да. В твоем поле только ты приказываешь, что происходит, что не происходит. Да, да. И вот если вот в этом уточненном исковом будет, что вы же заявляли просто раньше, вот сейчас, что вы не видите этого достаточно. Снимай его с себя. Просто раз и сдернул. Поверь, это намного проще, чем кажется. То есть я его пытался разжать? А ты не пытайся, ты просто взял и снял. Понимаешь, тебе не нужно пытаться. Ты можешь его просто взять и снять, и все. Без попыток. Ты пытаешься выстроить логические цепи. Вот здесь разомкнуть, вот здесь язычок пережать, прижать. Ты этого не делай. Просто вот снял, и он в руке. Сопротивляется. Начинает. Значит, смотри, если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Пусть этот капкан остается, ты выходи из него. Просто твое тело прозрачное, раз и выплыл из него.
отсоединись от него. Пусть она остается на месте, фиксируй его на месте статично, сам выходи. Такое ощущение, я вот снизу из него выхожу, угу. Вот он рядом, угу. И потом он опять как бы угу. На меня. В тот момент, когда он рядом, тапни его рукой, чтобы он был в твоей руке. Если ему по какой-то причине нужно взаимодействие с тобой, возьми его в руку. Не на голову, а просто в руку возьми. Так получается? Давайте на бумаге вы напишите с вашей стороны 500 тысяч, я напишу, что с моей стороны 500 тысяч, это того, что и судебные расходы не взыскиваются с этим. Сок мировой получается 50. Отломай от него кусочек, условно говоря, зубчик один отломай. Меняешь форму, меняешь содержание. Про взаимодействие с ним как-либо. Разогнул. Форма уже другая, форма уже поменялась. Теперь смотри, просто не смотри по времени ощущение, когда он был на тебе установлен. Не давай себе никакие временные рамки. Это воплощение, прошлое, еще что-либо. Мы заметили, что 8 лет он с тобой срезонировал после аварии на Чернобыльской станции. А когда был установлен, смотрим. Я надеюсь, да, понимание, да. Просто расслабься и по времени никакой себе не отдавай точки, что это какой-то год. Просто по времени отправляйся. В тот момент, когда еще нету его на твоей голове. Я не помню, я вот держу в руках его, разогнул. Да, да, все правильно. Держи. Отправляйся в тот момент, когда его еще нет, до того, как он был установлен. Ты его держи в руке, ты с ним взаимодействуешь, значит, информацию получаешь. Получай информацию, когда его нету. Просто отправляйся в это время. По ощущениям, его еще нет, у тебя еще голова свободна. Как ты себя чувствуешь? Мне опять всплывает вот это ржаное поле. Угу, хорошо. Золотить. Смотри, можно очень легко проверить. Наклонись, вот ты на этом ржаном поле золотистом, наклонись, возьми, ну вот так, сорви горсть колосьев и брось перед собой. Просто сорвал и бросил. При взаимодействии что происходит с этим полем? Оно как-то картинка меняется, уплывает, разрушается, остается прежней. Что происходит после твоего взаимодействия? Ничего так же остается, зерна падают на землю. Угу. Никаких там ни дыр, ничего нету. По краям мутно. Изображение. А вот если ты говоришь по краям, вот возьми туда, в край брось что-нибудь. Оттуда идет изменение изображения или нет? Как по воде. Вот камешка бросаешь. И пошли круги, да? Да. Смотри, я вот сейчас, да, когда ряб немножко успокоится, когда вот это вот закончится движение, картинка как-либо меняется, цветовое наполнение, смысловое наполнение, что-то изменилось. Может, девочка, которая к тебе придет, старше, младше, или все такое же? Девочку не вижу, такое же поле. Угу. Синие облака. Угу. Ногой тупни просто по земле. Посмотри, что-то изменилось. Под ногами чувствуешь землю? Можешь подвигать ногами? И вот тут вот так, серьезно. Руками двигаю. А ногами?
На руки смотрю, на ноги смотрю. Ноги в траве, их не видно, ступни. А просто ступни. Ты посмотришь, что-то меняется. Судебные расходы не взыскиваются. Если вы условно с мирового будете, что я добровольно буду компенсировать, ну, я же... Такое ощущение, как будто сотрясается. Когда я стою статично, картинка статична. Когда взаимодействуешь, она начинает дребить. Когда взаимодействовать, она начинает. А теперь смотри, Андрюш, вот ты сейчас, Андрей, дотронься до себя того. Почувствуй, какой ты. Картинка трясется, картинка как-то изменяется. Это мы проверили. Ты вот сейчас своей рукой до того дотронься, почувствуй, кожа холодная, теплая. Почувствуй, можешь дотронуться или тело как сквозь него проваливается. Как ты это ощущаешь? Мне раньше было, я эту картинку видел как-то двояко. То есть или изнутри, или, я, сам, или я видел ее снаружи. Туда-сюда оно прыгало. Сквозь него прохожу. Никак не взаимодействуешь. Значит, это не то. Не, подожди. Дотронуться можешь до руки почувствовать? Кожа теплая, холодная. Одежду чувствую. Нет, открытый участок кожи. Или мне мозг подсказывает, что рука должна быть теплая, или она реально-то теплая, горячеватая, потому что на солнце. Отключай мозг, просто чувствуй, рукой потрогал и все. Картинка картинка очень яркая, очень много красок, правильно? Честная пионерская, но сами не пойдешь. Ну, в данный момент не очень, но когда я вот последний раз туда обращался, к этому фрагменту, было все настолько яркое. Сейчас вот центр я вижу нормально, а края как расплываются. Я вот дотрагиваюсь, рука теплая. Если я вхожу в него, я могу пошевелить руку, я могу смотреть вот так вот на свои руки, косу как-то в сторону, убрать ее, вот поставить рядом с собой, она вот у меня на плечо опирается. То есть ты смотришь, и ты видишь себя абсолютно, ты можешь взаимодействовать с тем собой. Смотри, когда-то на тебя был установлен этот блок, который мы с тобой вначале начали искать. Момент, когда у вас взаимодействие произошло. Все-таки возвращаемся к именно той исходной точке, которую я задаю. Момент, когда у тебя, перед тем, как тебе установили этот блок, скажем так, или когда ты установил на себе не суть пока. Было. Вечер. Темно. Практически сумерки. Тебя еще голова свободна, этот блок еще над тобой где-то, на тебя еще не установлен, правильно? Чисто все. Хорошо. Посмотри, кто в том моменте ты. Посмотри на свои руки. Я же. Тот же мужчина? Да. Или ты же тот же Андрей? Тот же мужчина. И удар по голове идет. Посмотри, кто. Посмотри, кто ударил. Трое их было. Одного дерни за руку. Вот возьми сейчас одного дерни за руку. Что с рукой происходит? Они смеются. Я упал в грязь, они смеются. Да, я понимаю, но можно... Карманы ну, как, написано, да, что, по одежде что-то обшаривают. Что ты делаешь? Ты им отдаешь? Ты позволяешь им взять я то, шучу, что... У меня в кровь лужа подо мной. Я лицом в сырой земле, и лужа растекается от головы. Кто и как устанавливает в этот момент тебе блок?
Кто-то Ну, смотрите, по всегда же карманам постоянно что-то, расходятся ну не по стороны. карманам, по Ну, одежде типа, если прохлопали. сторона выиграет, как заявляет, вроде. Ну, Что-то вот так же. Это смеются. все тоже отдельно, в общем порядке. Можем сказать, что вовлечение судебных расходов в общем порядке. В общем порядке вы и заявляетесь. Что происходит дальше? Это не тогда. Хорошо, да? Посмотри, почему твое подсознание блокирует именно тот нужный момент. Я понял. Перерыв, пока тупит. У меня просто нет. И моя не вижу. Либо я вообще стал деревянным. Не было. Где это дерево? Ничего. Где? Посмотри, посмотри внутри, на себя, на сейчас, на Андрея. Посмотри, где эта деревянность у тебя внутри, как ты ее ощущаешь? Туман. Где он? В какой? Ничего не вижу, ничего. В какой области у тебя этот туман? От груди и выше. Верхняя часть туловища, правильно? Вытаскивай себе этот туман. Давайте перерыв. Дай команду, чтобы он у тебя на руке проявился просто в виде шара. В эфирном пространстве все действует именно так, как ты даешь закон, как ты приказываешь. Вот сейчас он собирается в виде шара, в виде сферы у тебя на ладошке. Видишь, перетекает прямо на ладошку сверху. Откуда ты видишь? Поверь, я вижу, куда твое внимание направлено. У меня как курсором подсвечивается та часть твоего тела, куда ты обращаешь внимание. Вот смотри, перетекает, теперь устанавливай, теперь ты держишь его в руках, сожми из него, знаешь, как снежку делает. Не-не-не, сжимай, сжимай двумя руками. Давайте не Ты надеюсь, вредный, сжимай двумя ну, руками. вы же хотите, что я был телефон. Ну да. Да, отлично. Смотри, как какая картинка сейчас приходит. Сейчас ты изменил форму, и у тебя проявится картинка. Я его в руках держу. Когда он в тебя внедрился, этот туман. Да. Не вижу. Оторви от него кусочек. У меня такое ощущение, как будто из кончиков пальцев какие-то фиолетовые искры у него. Это твои искры или это искры, которые принадлежат этому туману? Вот смотри. Вот смотри, чью-то энергию, какое-то влияние из себя ты забрал. Вот кому бы ты хотел это, когда это было установлено в тебе? Когда это внедрилось в тебе, этот туман? Кто напустил туман, когда ты позволил этому туману занять твою грудь, твою голову? Вот, это добрая воля, то есть я сам должен согласиться. Давайте перерыв, я подумаю. Мы подумаем, можно даже ну, до 22-го, ну, посмотрим. Может быть, мы же не спешим, там все равно это будет быстрее, чем вторая инстанция и все остальное. Может быть, даже еще чуть-чуть там. Хронологически посмотри на себя 5 лет назад. Этот туман находился в верхней части твоего тела или его тогда не было? Это с детства, с юности. Значит, смотрим на тебя 17-летнего. Туман этот есть внутри тебя? Это я уже почувствовал, я понял. Я думаю, это как-то было связано с курением. Вполне возможно. Каким образом это связано с курением, как ты чувствуешь? Ты делал что-то запретное, тебе не разрешали курить? Или какие эмоции у тебя были, когда ты начинал курить? Да, хорошо. Чувствуешь себя взрослым.
Это же делают все. А ты еще маленький, как бы. Интерес, любопытство, привязанность. Потом получается уже как зависимость. Илья, включи, пожалуйста, микрофончик. Ты забыл, да? Слушай, не, все нормально, смотри. Мы с этим капканом работали, определили, что он начал резонировать примерно в возрасте 7-8 лет после того, как воздействие от катастрофы на Чернобыле произошло. Он жил довольно далеко, но после того, как взаимодействие с атомной реакцией какой-то, вот с радиацией, с чем-то, у него как начал проявляться этот блок, и голова начала болеть. И я пытаюсь его вывести в точку, когда же у него было знакомство-то с этим, когда это было установлено. А у него вот этот баннер, и он его почему-то не может разрушить. Эта картинка, когда мужчина косит, рожь и поле, это 98% людей видят. Это если может это мужчины. Быть, да, смотри. Она плоская картинка. Ты можешь там изменить действие? Ты можешь вспомнить ситуацию до или после? Да, мы пытались, он ногой тупнет, идет дрожь, камень бросает, идет да. Рябь. Это вот. Нет, это мы... смотри, вот после что было до этого? До этого и после прям. Идет из дома, иду. Перед этим, ну, соответственно. Ты видишь, что ты идешь, или тебе мозг подсказывает? Ты видишь или чувствуешь, да. Вот по ощущению тела в этом погружайся, и что ты чувствуешь телом. Нет, ничего до этого. Не могу. Да. Все правильно. Ты не можешь, потому что эта картинка, она пустая. Ты да. видишь только один отрезочек, маленький отрезочек, понимаешь? А всей картинки ты не видишь. Да. Это то именно, о чем я говорю, что баннер, понимаешь? Я серьезно говорю, 98% мужчин видят почему-то, а женщины видят себя с распущенными волосами хотел, в таком же поле и в рубашках бегают. Да, да, это да, именно все готово. То, что внедряется через наш славянский эгрегор, скажем так, словно да, говоря. 64. Вот у всех такая вот картинка, но она у всех плоская, абсолютно у всех. То есть хорошо. Нет развития, понимаешь, хорошо. Динамики нет. Это когда стоит блок, это первое, что выхватывается и вот выкладывается. Начинать от этого разматывать, ну, бесперспективно, никуда не придешь. А, да, это часть, смотри, что делает еще этот капкан. Он не только подавляет, но и направляет, чтобы ты только вот в это уходил. Вот условно, смотри, вот ты хочешь решить какую-то творческую, техническую задачу. И для этого как бы погружаешься в некое состояние внутрь себя, где вот работа идет с интуицией, ну, с тонким планом, с квантовым уровнем. То есть это не вот фантазии, мысли. Это вот концентрация. Работа. Да, именно работа. То есть энергетика, мозги, не вот эта вот болталка вверх мозга, лобный, а ты понял. Вот он всплывает, и он тебя как-то вот из вот этого состояния выдергивает на уровень, где просто картинка и пустая картинка, вот как монитор. Прочувствуй это. Не могу. Ничего. Можешь. Вот ступор. Вот ты как раз и как соскальзываешь, как какой-то скользкий камень, прям как мозга. Вот что это за скользкий камень? В центре капкана. Я не вижу ничего.
Хорошо. Вдохни, почувствуй нисходящий поток. Попробуй посмотреть на себя. Вот сзади Атланта, вот сзади шеи пространство такое есть. Вот оттуда. Погрузись туда, и какие, конечно, ощущения, картинки идут. На ощущениях именно. Кинестет же. Все почувствовать, потрогать. Вот все через тело, через позвоночник. Колючка. Угу. Что за колючка? Коричневый шарик с кучей иголок, на репей похоже. О. Только длиннее. Коричневый с такими с прожилками, ну, с пятнышками более Так. темными. Откуда он взялся? Это не мое чужое. А чье? Откуда? Сломать можешь? Или вот что, съесть кусочек? Иглы хрупкие. Угу. Отламываются. Угу. Посыпаются на ладонь. Угу. Ну, колючие. Угу. Он там всегда был, Андрюш. Не знаю, не помню без него. Давай посмотрим Вот тот сейчас. момент, как... Давай посмотрим, когда его не было. Сейчас в одной руке иголки обломанные, в другой руке шарик с обломанными иголками. Стою и не знаю, что с этим делать. Варианты. Ну, там можно Избавиться. красиво на листочке выложить в рамку и повесить, например, там, ну, так серьезно говоришь, не знаю, что с ним делать. Ну, Я выкинуть. предложил Да. по-человечески, да. Выкинуть, но... Съесть можно. Иглоукалыванием заняться, иголочкой же. Сломай иголку. Ладно, не будем отвлекаться. Да. Начальник с работы звонит. Если тебе нужно, выйди, Все, поговори. нет, нет, серьезные вещи идут, задергали. Вот представитель Да. Агутина позвонил с очередным Три звонка с провокацией. работы пропущено. Да. Они все чувствуют и не дают. Меня необычным образом кто-то в двери звонить начал Мне бы. несколько дней и никто не звонил. Вот вообще реально. Вот сейчас что такое? А ко мне никто не Все. приходит. Работаем. Все. Серьезная вещь пошла. Серьезные структуры, интересные, понимаешь? Работаем. Смело в пыль развею. Угу. Угу. Так. Сам кругляшок. С какой целью он туда поставлен? Почему именно туда? Что он делает? Блоки какие-то. Что блокирует? Не пойму. Что он там может блокировать? Колючки. Там выход, портал в память в прошлой жизни. Чуть ниже, сзади Атланта. И тебе там такой шипастый ежик поставили. Что он там может делать?
Вот подумай. Угу. Сложная прям задача, что он там делает. Я не помню без него себя. Угу. А вот когда он был? Вот давай, обойди его. Ну, для начала сломай. Я его Съешь, развеял. съешь, отлично. А вот теперь пусть там все расправится. И иди, смотри, что он не давал тебе. Почему он не давал тебе погружаться в прошлое? Что там такого, что тебе прям не давали? Ни мозги включить, ни в прошлое вспомнить. Чернота, пустота, ничего не вижу. Угу. Пусть пустота развеивается и смотри, ну иди в самую черноту. Сейчас. Посмотри в самую черноту. Что там в этой черноте? Просто погрузись в нее. Алло? Длинная. Дома. Попробую открыть. И налево, Длинные и улицы, направо. дома Первый по обе ключ, стороны налево. улицы, Смотри. где-то Вон, восьмой. невысокие, несколько Перед этажей, входом я выйду, да, больше сейчас. похоже на Питер, хотя я там не был никогда. Нормально, все хорошо. Пусто. Нигде никого нет. Ты что делаешь на этой улице? Стою один. Ты кто в тот момент? На руки посмотри, по рукам проще всего определить. Мужские, женские. Мужские руки, Супер. мозоли, обветренные. Хорошо. Хорошо. Возраст. 40. Имя. Что-то с Алексеем или что-то подобное. Не понял. Хорошо. Не могу понять. Возьми как платье это имя Алексея на себя сверху примерь. Идет или сползает? Не, ну, Не что-то оно. наверное начинается. Все уползло, другое имя какое-то. Давай сконцентрируйся, попробуй на этом мужчине. Имя. Почему-то идет вот на А. Хорошо. Начинает выбирать, не подходит. Хорошо, какое-то имя. Сейчас ты на имени пока не можешь сконцентрироваться, не страшно. Давай посмотрим по времени, как это давно. Посмотри, какая дорога. Там автомобили ездят или там. Машин нету, дорога пустая. С ощущением еще конные тяги какие-то, кареты. По ощущениям, но я этого не вижу. Площадка из гранита квадратной, квадратом выложена. Дома где-то в 2-3 этажа. Верхушки резные и пусто. Части домов стекла выбиты. Осколки торчат. Ну, просто неровные сколы идут. Ветер. Смотри, что это было? Почему в домах выбиты стекла? Народ ушел. Куда? И уходили. Уходили спешно. Ты не ушел? Я просто смотрю, как мимо меня идет эта колонна. Ну, там со скарбом совсем, кто с мешками, кто там на этих, на телегах с Есть, так подвозом, ладно, ну, я сейчас на отвечу. лошадях с телегами. Почему Уходят ты, из города, женщины плачут. почему ты не ушел? Небо серое. Да. Пепел сыпется какой-то. Куда идут люди из города? Подальше куда-то уходят. В городе жить невозможно? Пепел Страшно? сыпется. Пепел сыпется. Вот.
Нет воды. Поняла. А посмотри, почему стекла выбиты. Кто-то ходил, камни бросал, или это взрывная волна какая-то, ударная волна, не знаю, стреляли. Что это? Осколки. Осколки чего? Камни, но бросали не люди. Откуда летели камни? Мощные взрывы. То есть это не ночь, не вечер, а просто небо полностью серое, правильно я понимаю? Да, полностью серое небо, и что-то сыпется какое-то вот Как... не дождь, а Я наподобие. вижу, Андрей, я вижу, о чем ты говоришь. Я просто хочу, чтобы ты это все рассказала, я это все вижу. Мне говорят уходить вместе с ними. Я не Смотри, могу уйти. почему? Ответственность какая-то. В тот момент ты кто, кроме того, что ты 40-летний мужчина, у которого обветренные руки? Смотри, кто ты? Вид деятельности, вид занятий. Какая ответственность? Не совсем военный, от меня что-то зависит. Да, что? Я как-то организовываю людей. Чтобы они что делали? Жили мирно, уходили дружно. Что именно ты делаешь? Оборона. Что-то связанное с обороной. Супер, молодец. Умница, Андрей, все ты правильно видишь. Смотри, если оборона, значит, от кого-то оборона. Кто напал? Откуда идет враг? Сверху. Посмотри, что там сверху. Саранча летит. Не знаю, Нет. тучи падают. Что? Корабль висит большой. По ощущениям, корабль друг, корабль враг. Враг. Можешь определить, что, кто на корабле? Там не люди. Ты ощущаешь враждебное настолько, что это даже не люди. По ощущениям, это что-то другое. Смотри. Другое. Это не люди. Да. Да. Все правильно. Что-то смесь идет, вот какие-то непонятные с рептилиями. Супер. Что-то среднее между ящерицами и тритонами. Почему-то на двух ногах ходит. Илья, мы знаешь, что смотрим? Город, люди уходят, воды нету, небо полностью серое, и оттуда пепел сыпется. Окна выбиты, люди не могут там жить. Алексей, Андрей говорит, что он Андрей. как-то его зовут. Ну, я поняла, в той жизни все-таки Алексей, я Алексей, проверила. да. Все-таки подходит Алексей, да, Тоже ты на Алексей. А. Да, ты как-то мерил, мерил, занимаешься тем, что людей отводишь, ты не можешь уйти, ты должен проверить, все ли люди там ушли. Это он рассказывал или это не Да, я? скакнуло. Сейчас вот вижу, распрямляется, такой как цветок Да, здесь. вот все правильно, К когда сожалению. было там закуклено, все ты правильно видишь, Андрюха. Абсолютно правильно. Ты увидел вторжение, ты увидел корабль огромный, который висит. Я просто проверяю, когда идет неправильно, это видно, когда вот просто как А вот баннер сейчас чувствуется, картинка. смотри, его колбасит, вот по ощущениям. Сейчас. Это не картинка, вот Чувствуется? Нет, это энергетика. колбасит. Пошла энергетика. Чувствуешь? Когда мы Как мурашки вспоминаемся по три дня. по телу. Чувствуешь? Это ты смотришь на момент, когда у тебя заблокированы были воспоминания. Можешь посмотреть, что именно произошло в тот момент. Что такое? Люди уходят, да, все правильно. Я это вижу. Кто-то тянет с собой какую-то кошку. Ребенок маленький с клунком каким-то не выходит, невозможно там жить. Ты мечешься, жалеешь, что нечем достать, да, вот как бы стрельнул бы, да нечем. Нечем, то оно Ну, висит. там было кому. Я стрелял. Иногда даже попадал, но в основном попадали в меня. Нормально, процесс.
Нормально. Момент, смотри, когда тебе этот Меня же это... колбасит немножко, вот так все, да. Рашки прошибло, так что... Это потому, что это твое. Если бы это была просто картинка, так как поле ржаное, ты бы никак не реагировал. Теперь ты понимаешь, как это, если это твое? Ух ты! Это поза прошлая. Еще прошлое, Да, сейчас нам нужно вытащить. это поза прошлая. Это момент, когда был установлен блок на воспоминания прошлых жизней. Все правильно. Вторжение и там. Ну, там всем Можешь, поставили вот так. да, можешь посмотреть, что именно это был за такой момент, если тебе интересно, посмотри. Но сейчас уже у тебя там расправляется все, как раскрывается. Воспоминания уже будут идти и очень хорошо. Ага. Давай. Я спрямляю, вот все, а вот мы это... Расправляй все полностью. Как Я капюшон тебя вот так впервые сейчас свободный увидел, но я увидел человека просто, ну, в целлофане, без ауры, вот так все облеплено. был. Из позапрошлой и прошлой жизни структуры. Убирай. Не знаю, идет опять этот корабль, я что-то рукой в его сторону показываю вверх. Со мной еще несколько человек. Да, есть, вижу, чувствую. И говорю, ощущение, что мы их не осилим. Да. Это дурында огромная, говоришь. Что надо спасать остатки людей, уводить. Луч какой-то из корабля Да. в землю. Не Да. прямо идет, а под углом. Под Да, углом вот да, тогда да. есть. Под углом И вот и бьет смотри. сооружение. В купленное какое-то сооружение бьет. Да. Ага. Есть. А вот смотри дальше. Большие лучи есть, это маленькие, они там посрезали. Они чуть белее, вот эти лучи, видел? Рассказывай вообще все, не буду отвлекаться, да? Этот я показываю как раз, как он бьет лучом. Да, это красно-желтенький, а белые лучи были и голубые. Ты знаешь, я все удивляюсь, как ты цвета видишь, того, что вижу я. Да, что ж тут, Я сам все это видел, эти типы лучей, что ж да. тут сложного? Это же видно. Ну, моно видит, да, все. И ты видишь. Вот мелкие вот эти лучи вижу, в стороны идут, бьют по отдельным объектам стоящим. А матюкаться не очень хорошо. Да ладно. Потому что ты ему рассказываешь сейчас, как херакнет, типа. Ты этим мужикам, Моно, которые возле кстати. тебя. Видишь это, да? Да. Пусть сам вспоминает. Ну. Хорошо. Он их пинками загоняет куда-то в подвал, еще куда-то, да. Да. Вижу. В подвале надо забрать что-то. Кажется. Вещь. Что такое? Ступеньки какие-то, гранит уже осыпавшийся старый. А вот что в подвале забрать надо, не помню. Что-то ищут по углам. Да, смотри, кого вы там ищете. Ребенок. Да, ребенок, все правильно. Мальчик. За кем он в подвал побежал? Он просто испугался Он этим, испугался. спрятался. Он испугался, мы его вытаскиваем и отправляемся с обозом с колонной.
передаем. Он за котенком туда побежал. Котенок его туда спрятался. Он не хотел без котенка уходить. Бело-черный, Да, маленький. да. Он его на Его, руках держит. да, прижал к себе маленький, месяца три котенка. Да. Вышли из подвала. Проверяете, как обходите квартал за кварталом. Все ли Да, люди ушли? обсуждаем что-то, и люди со мной все показывают, оглядываются на эту вот висящую в небе дурынду, оглядываются, говорят что-то. Ну, больше матюкаются, ругаются. Я почему и сказала, что матюкаться нехорошо. Еще одного ребенка нашли. Этот следующий ребенок, мальчик, девочка, смотри. Девочка Умница. забилась, где-то в углу сидит, то ли лавка какая-то была, то ли еще что-то, она, ну, почти под столом на улице. Да. Одета легко, эти белые, ну такое светлое платье. Светлое. Волосы так убраны немного и, ну, растрепаны, или девочка заплаканная. Да. Да. Ее одному передаем, ну, одному из тех, кто со мной был, он отводит ее к колонии, к общей. Людей, которые уходят. Мы идем дальше. Удивительное дело, много людей, но идут почти тихо. Они не говорят между собой. Еще взрослый мужик с подростком. Потрепанная одежда. Они не понимают, что происходит, не понимают, что делать. Говорим, уходить надо отсюда. Показываем направление рукой, что там, мол, идет обоз. Идите туда. Пацан-подросток в руках что-то держит. Какой-то мешок, кулек. Говорит, дядька, а может, жахнем по нему? Разговоры, детали не помню. Он такой, знаешь, не хочет уходить. Подросток лет, наверное. И они, подросток в бой рвется. Да, вот я о чем. Вырывается у этого, у дядьки. Как ружьем хочет. Да, да, дядька, давай жахнем, дядька. Вот. Колбасит немножко, Андрюха. Меня тоже чуть-чуть. Да, так чувствуется, вот как, знаешь, мурашки по коже. Почему-то идет, что это Питер. Да, это Питер. Мы земляками были. Это Питер. Поэтому и колбасит. У нас спину немножко это. Вспомнил. Мурашки по всему телу. Вот это что-то. Да, это синхронизация. Да. В зеленом платье. Когда босс уже ушел, я осталась. Потом бросилась догонять этот босс. А потом передумала. Потому что смысла не было уже. Никуда бежать. Это что-то с чем-то. Ух ты. Да. Это невозможно придумать. Эти эмоции от фантазии никогда не переживешь. Это ощущение тела, это, вот у тебя впервые. Это ощущение тела. Это вот реально. Да. Там было другое тело, другая энергетика. Вот ты сейчас все чувствуешь и накладывается, и тебе немножко корежит, трансформирует, да?
Как мурашки по коже, да? Кажется, я как Да, там волосинка больше, дыбом там все становится. перед, да. Всего перекручивает просто. Да. Дирижабли какие-то Да. наши. Да. Да. Можешь на самый большой Смотри, какие, посмотреть. да. Их несколько. Да. Один главный, два вторичный. Один крупнее, соответственно. Один на эту, скажем, тарелку. И она висит не над самим, не над центром города, где-то на окраинах. Дирижабли горят. Потом, да. Но из них чем-то стреляют. Да. По тарелке. Да, стреляют. И это не пушки с ядрами, как это пушки, но без ядер. Там без ядер. Энергии. Без да. ядер, потому что не летит из них ничего такого. Волны. Лучи, смотри. Ух ты. Я в шоке. Да. Пушечки классные, с высокоточными прицелами, там такие, до миллиметра можно было выводить, чтобы на даря стрелять, да, там классные пушечки были. Ты-то чем занимался в той жизни? Давай к более мирным воспоминаниям. Что-то с астрономией, с навигацией связано. Что-то по звездам определял положение. Где-то у нас много таких, что-то наподобие института, как картография. Почему-то привязана эта картография, ну, звездное небо, соответственно, карты, ну, положение на местности. Да, все правильно. Это кошмар. Не кошмар, это красиво. Это не кошмар, это воспоминание, Андрей. И рост, кажется, повыше чуть-чуть, чем сейчас у людей. Ну, более развитый, да. Окружение немного выше. Были и намного выше, а были вот как мы, только чуть повыше. Ну и поздоровее люди просто. Да. Книга какая-то передо мной лежит. Книги непечатанные, книги рукописные. Печатных книг не было. Практически все рукописные. Где-то даже свитки. Книги. Книги редкость была. Их немного. Свитков много. Записи какие-то на них идут. Какие-то формулы. Написано. Почерк такой витиеватый, как закорючками, большим наклоном.
Не могу разобрать. Это свиток. Стол. Большой такой. Старый стол. Качественно сделанный. По-моему, дуб. Освещение. Освещение явно не свечи и ничего такое. Люстра над нами висит. Ажурная. По-моему, 12 светильников, около больше 10 светильников. Копоти нету. Какой-то камень, даже не камень, а просто на дне воздух горит, светится. И дает яркий свет. Форма. Это что, плафоны такие или лампы? Это наподобие наших лампочек. Форма капля перевернутая. Ну как вот мы лампочку патрон вкручиваем. Оно просто как капля идет перевернутая. Да. И оно просто вставлялось туда. Да. И оно внутри пустое. Да, вакуум даже. Металл какой-то наподобие бронзы. Сделаны вот эти вот шишечки, капли, они наподобие бронзы, они внутри пустые, но они не совсем пустые, там внутри какой-то есть какие-то выступы внутри. Соответственно, там жидкость, вижу, ну сейчас уже понимаю, что это за жидкость. Откуда они питаются? Энергия идет с люстры сверху. Люстра включена. Опа. Идет на купол. Металлосвязи, да. Ну, металлосвязь стандартно. Идет на купол. Да. Резонаторы под куполом. Как-то усиливают эту энергию. Ух ты. Ну ты все это знал, как все работает. На купол, как она идет. Да. Сооружение не одно. От одного такого сооружения мало толку. Цепь должна быть несколько. Да, в резонансе, да. В определенном месте построенные. Всю землю, да, на местах силы, да. И они как линиями, лучами между собой, да, связаны. И каждый купол мог, каждое строение, вот находящееся в этой цепи, оно могло передавать на более мелкие. Да. Жилые дома освещались также. Типа репитеры, да. Лучины и прочие свечи использовались только в далеких деревнях. Скажем так, куда не доходило, для, ну, не доходило, и, экстрим, скажем так, не очень трудолюбивых семьях, которые просто им дела до этого не было. Ты. Это да. Сеть, соответственно, разрушили. Да. Этот вот луч как раз бил по купольному сооружению. По главным куполам, да. Бил по купольному сооружению, которое являлось ретранслятором энергии. Ух ты. Потому что они силовые поля делали, и они делали такие вибрации, которые для них смертельны. Ух ты. А смотри, как силовые поля работали в крепостях звездных. Ты знал это? Ты типа инженер был. Общую теорию тебе давали. Ну там не так, как институты у нас, а вот типа такое сообщество, ты туда вступал, и там было обучение от старших товарищей. То есть такое. Звезды крепостя как-то могли направлять энергию в разные стороны. То есть это практически было устройство прицеливания. С помощью центра
Меня колбасит просто реально. Тебе еще прошлое воплощение надо вспомнить. Да, это позапрошлое ты вспоминаешь. Вот там еще поколбасит. Ну там так уже, нормально, там так. Рутинно, там уже все привычно. Надо. Звезды. Центральное сооружение в каждой крепости. Что-то наподобие центрального сооружения, наподобие храма. Что, да. Ну, такое пирамидальная конструкция. Да, да, высокая, да. Пирамидальная конструкция. Либо так называемый храм, либо с большим, высоким, очень высоким шпилем, либо пирамида, да. Но пирамида немножко другое. И оттуда мог луч бить в любом направлении. Да, как фрактальная антенна луч направлять. Принцип фрактальной антенны, да. Направлялся в любое место. Да. А направление прицел шел из центра этого строения, управлялось. А звезды, само сооружение, ну, стены крепостные, да. От крепости, звезды. Они как-то собирали энергию и усиливали сигнал. Угу. Усиливали этот поток энергии. С помощью этих звездей. Звездюлей. До высоких орбит не добивали. Ага. Ну, буквально там поражающие несколько километров, может быть, до 10 километров, ну, воздушные 10, цели. Максимум 12, да, это... Воздушные цели. Да. Вот с помощью вот этих вот могли сбивать. Угу. Для дальнего что-то другое было. Угу. Для дальнего обнаружения были радары, которые могли это все угу. видеть. Угу. Дальнее обнаружение угу. на высоких орбитах. Для этого другое служило. Под Питером несколько было станций. Угу. Рамочные антенны. Это такая вот, типа храм, но вот с такой стеной. Да. Ух ты. Вот это да. Вспоминаешь, да? Прям полилось. Угу. Семья была. Но на момент ухода, когда эта колонна ушла, их уже не было. Угу. Ничего было терять. Дочь была. Посмотри, что с ней стало. Почему нечего? Сгорело. Их не было в городе. В этот момент, когда удар пошел. Ударной волной снесло. Угу. Жену и дочь. Я в городе был. Да, город под куполом был. Мне уже терять нечего было. Мы выводили тех, кто не мог как-то противостоять. Угу. Ничего себе. Нормально. Да, это уже пойдет, Андрей. Это уже все. Если раз ты пробил эту плотину. Мы пробку вытащили. Пробку да. Убрал, все. И теперь они будут подгружаться. Иногда бывает сложно, если их слишком много за один день, тогда колбасит так. Немножко, да. Да, не